Всем привет! Сегодня у нас на видео новинка – самокат для опытных райдеров от торговой марки Best Scooter. Данный самокат относится к типу трюковых и имеет ряд отличий от обычных конструкций. Также хотим обратить внимание, что данная модель самоката получила систему Hike – это компрессия трюковых самокатов. Всю необходимую информацию про эту систему вы можете найти в описании под видео. А теперь немного о характеристиках. Рама самоката усилена и выполнена из алюминия. В местах соединения видны сварочные швы. Колеса данной модели, как и положено трюковому самокату, маленькие, в диаметре всего 10 см, но имеют большую жесткость и выполнены из полиуретана. Подшипник ABX7 делает самокат по-настоящему скоростным и удобным для разгона во время выполнения трюка. Для большей прочности и надежности диски выполнены также из алюминия. Самокат получил нескользящую накладку, наклейку наждак для лучшего сцепления ноги райдера с ней. Также в комплекте поставляются анодированные пеги на две оси самоката. Пеги универсальные и могут быть установлены с любой из сторон самоката. Фигурные грипсы выполнены из качественной мягкой резины и не скользят в руках райдера. Функцию единственного тормоза выполняет заднее крыло. Руль самоката вращается на 360 градусов и крепится с рамой через систему Hike путем затягивания алюминиевой скобы на трех болтах. Ширина руля достаточно большая и удобная, размером 52,5 см. Более подробные характеристики вы найдете на нашем сайте и в описании под видео. А на сегодня у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!